Второй этап программы туристического кэшбэка стартует в России 15 октября. Купить туры на новых условиях можно будет до 5 декабря. Об этом сообщили в Ростуризме. Одним из новшеств в программе стали новогодние туры. Официальные праздничные дни вошли в программу кэшбэка. Отправиться в путешествие можно будет до 10 января следующего года. Но, кроме того, Ростуризм расширил условия акции. Продолжительность тура может начинаться от 2 ночей. Убрали требования по минимальной стоимости путевки, а максимальный размер возврата денежных средств увеличили до 20 тысяч рублей. Участники акции смогут вернуть до 20% от стоимости тура. Обязательным условием является наличие карты, подключенной к национальной платежной системе МИР, в течение 5 дней после оплаты средств вернется уже 20% кэшбэка на вашу карту. Мы ожидаем, что количество операторов, туристических операторов, а также отелей увеличится в разы уже на второй волне туристического кэшбэка. Напомню, первый этап программы туристического кэшбэка в стране прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли вернуть часть потраченной суммы на путевки от 5 до 15 тысяч рублей. Отдых по проекту в Башкортостане был организован 26 компаниями.